Итак, мы с Бобаном вышли на прогулку, пошли налево. Можно и направо пойти. Мы пошли налево. Посмотрим, что же там есть. И ресторанчик в виде палубы сделан такой интересный. И здесь смотрим, рент-а-кар бесплатно вам дают. Зеленую карту, страховка, парковка и все такое. И экскурсии. Вот дают вам экскурсии. Это цены, вы видите. И вот по набережным находится кафе. На любой вкус, цвет. И мы идем дальше. А там светятся Рафаиловичи и Бечичи. Я думаю, немного видно Будву, да? Вверху. Или что там? Тиват? Мы приближаемся к бару Стиенны. Не знаю, что это. И впереди видим тоннель. Вот мы к нему приближаемся. И вот мы проходим. И посмотрю, что находится в конце. И вот мы идем, уже идем и идем. Ура! Видно выход или вход. Скажу тебе, прохладно, да, Бобан? Очень прохладно. Свежо. Идем. Подниматься в горочку тяжеловато после сытного ужина. Вышли, а куда вышли сюда? Не поняли, везде горы. И там что-то вдалеке автотрасса светится. Если по левую сторону находятся ресторанчики и кафе, то по правую сторону находятся вот такие вот гостиницы, апартмани. Это называется Монако. Вот девочки тоже предлагают экскурсии. Вот опять же табло с круизами этими, как оно называется, с экскурсиями. И цены у всех одинаковые. Одинаковые. А здесь вот продают овощи, фрукты. Темно, не видно. Малина стоит, кстати, €50. Такая картиночка нашего корабля. А это был парень, который работает в туристическом агентстве. Он черногорец, но говорит очень хорошо по-русски. Скажу вам, очень много русских туристов, сербских и еще понемногу из других стран. А здесь вот продают мороженку. Ну, наверное, по мороженку и домой. Ой, вообще цена шоколада. Черный шоколад. Вот такой. Да. И стоит один кружочек, стоит 1 евро. Вот. И вот этот корнет вафелька стоит 50 центов. И здесь вот такая вот детская игровая комната с различными аттракционами. Взяли по мороженку, я взяла лимон. А то лимон. Я взяла лимон и вишню, ваниль и шоколаде. А здесь вот проходит дискотека детского лагеря. Вот такая была наша прогулка налево. Спасибо вам за внимание.